целом, многим казалось, что в бурном романе Давида Манукяна и Ольги Бузовой что-то нечисто. Уж слишком все показательно, приторно-сладко. Все на публику. Настоящая любовная любовь, которая словно по контракту закончилась через год. До настоящего времени у некоторых сомнения в том, что все эти отношения были искренними, а не затеями исключительно для раскрутки блогера, за которым стоит некая мохнатая рука в виде влиятельного покровителя. Наиболее странные эмоции вызывает внезапная близкая дружба Манукяна и Филиппа Киркорова, ориентация которого давно скомпрометирована. А что, если Оля Бузова просто помогла королю поп-сцены раскрутить нового фаворита? После расставания с Бузовой Манукян остался на плаву, а с Филиппом Киркоровым он даже появился в образе жениха на премии Муз-ТВ. А на днях мать блогера, у которой был день рождения, оставила в Инстаграм странный пост, в котором чуть ли не слезно благодарила Филиппа Киркорова за чувства к ее сыну. «Я хочу сегодня этим видео с концерта сольного Давы поздравить себя с днем рождения, потому что на этом видео мой любимый певец Филипп Киркоров поет одну из моих любимых песен. И самое важное, его пожелание моему сыну и его настоящая дружба самые важные для меня», — написала Анна Манукян. Очень странно, что самым важным в жизни для нее является дружба Давы с Филиппом Киркоровым. Тогда почему бы ей не поблагодарить Ольгу Бузову, которая протащила ее сынка в шоу-бизнес? А вот недавно Моргенштерн заявил, что для того, чтобы попасть в шоу-бизнес, Манукян использовал свою ориентацию.